здоровой курицей. А ну иди сюда, курица! Ты вообще кому? А бывший пошел. Смотри, мой бывший нет. Мужчина, мужчина! Ася, подыграй, вот это моя девушка, пожалуйста! Я не понимаю, зачем нужны вообще эти салоны? Я и сама в состоянии подарок упаковать. Идеально! Боже, за что мне это? Присылай. О, класс! Вот это номер! О, чайник есть! И мини-бар тоже! Круто! Тут даже кондиционер есть! Боже, я в раю! Это мой номер? Серьезно? Да тут все грязно! Пятна. Господи, фу, что это за матрас? Вы знаете, я не буду здесь спать. Дайте мне другой номер. В смысле нет других номеров? Боже, как же я устала с дороги. Ну, в принципе, неплохо. Так, что у нас есть в мини-баре? Опа, стаканчик есть. Чашечка. Халатик, халатик, халатик. Девочка, а это мое, я с собой привезла. Слушай, ну и как, она нормально вообще, да, сидит? Да, нормально. Не вполне, да? Нет, вообще. Точно, точно, серьезно. Тебе вообще как? Ну, нормально. Ну, то есть мы выберем, можем брать, что ли? И вообще, оно как сидит, не полнит или нет? Честно, немножко жирное. Что? Ну, раз я в этом жирная, то это тебе как? Жирная. В смысле жирная? В прямом смысле, целлюлит, посмотри, какой. Еще жирнее, честно. Привет! У меня есть только 2 часа, поэтому давай рассказывай без вопросов, что хотела. На завтра погуляем? Нет. А ты что, завтра? У меня дела вообще-то. Ты справа, а я твоя подружка. Мне какая-то книжа. Он голодный. Ну, понимаешь, голубенький. Хотя, ну, тепленькая. Давай вместе. Не хвалы. Можешь мне хоть раз погулять и встать? Фрик! Он меня бросил опять. Меня с университета отчислили, и забуду увольнять. Это что, у тебя бабла нет? 60 у меня тоже. Вообще, когда я головой вот так вот мотыляю, я как дерганая, как дерганая. Голубь сраный, господи. Surprise, motherfucker. Слушай, а что это за чемодан стоит в коридоре? Ты что, еще куда-то едешь? Так я же говорила тебе, что я в ЕКБ собираюсь. А, ясно. Стоп. Так ты же едешь в Екатеринбург через 2 недели. Вот это поворот! Ты закрывайся, ты уже не успеваешь собрать вещи, никуда не уеду. Ты можешь собираться быстрее, мы опоздаем на поезд. А что, если я буду бежать, упаду под поезд? Я умру, мы все умрем. Алин, ты уже собрала вещи? Нет, у нас еще целых полчаса до поезда. Я все успею. Just then. Никуда не буду, поезд останавливается через 5 минут. Где мои штаны? Моя малышка, я буду безумно по тебе скучать. Моя самая-самая любимая собака. Как мне хочу от тебя уезжать. Так, присядем на дорожку. Ты что, пьешь? Я? Так это я присела на дорожку. Ну, чтобы дорога удачной была. Мам, ты спишь? Доча, ты спишь? Ну, спи, спи. Is a happy piece. Да спи, да спи. Так, интересненько, насколько же все-таки жирный мой жопец? Сантиметрики. Так, сколько? Пиздец, я жирная. Все, до лета никакого хлеба и углеводов. Спасибо вам за все. За эти нажранные килограммы. За бессонные ночи, полные любви и еды. Я вас никогда не забуду. Ладно, последний раз можно.
Как же я все-таки люблю есть. О, очки круто, а дай померить. А ты без них совсем не видишь. А сейчас ты меня вот нормально видишь, да? А сколько пальцев? А сейчас? А можно я попробую, да? О, спасибо. Как ты в них вообще видишь? Если у тебя мерзкая, краситься не умеешь. Сдохни! Жируха, зачем ты родилась? Уродище. Боже, я идеальна.